Звезда рэпа, американец Snoop Dogg уверен в том, что Хабиб Нурмагомедов может одолеть в октагоне любого бойца в рамках своей весовой категории. В сети появилось видео, на котором Snoop Dogg комментирует прошедший на UFC 205 поединок Хабиба с Майклом Джонсоном. «Хабиб просто зверь», — сказал рэпер. «Попросту уничтожает Джонсона. Это просто избиение. Майкл не хочет третьего раунда. Бросьте белый флаг, все кончено. Спасайте, парни. Я не знаю, какие там дела у Хабиба в UFC, но он заслуживает чемпионский поединок. Дайте титул Хабибу. Он может побить любого в легком весе». Сразу по окончанию поединка против Ракель Пеннингтон на UFC 205 бывшая обладательница титула UFC в женском легчайшем весе Миша Тейт заявила об окончании своей карьеры. Чемпион UFC полусреднего дивизиона американец Тайрон Вудли заинтересовался поединком против Конора Макгрегора. «Уж не знаю, готов ли Конор совершить рейд за третьим поясом UFC, но в случае чего я готов провести с ним поединок», – заявил Тайрон. «Это был бы супербой, думаю, что фанаты хотят увидеть этот поединок. Хотя я не уверен в том, что Конор до конца осознает, что такое полусредний вес. Здесь все по-другому, нежели в легком весе и уж тем более в полулегком дивизионе. Но повторюсь, если Конор решится на это, я с радостью поприветствую его в октагоне».